Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трэгг. А мне семечек. А мне. Нифига себе, как кормилица обувает. На тебя вроде. Да, большие. В коробочке прям. Чекерс написано. Ну, думаю, да. 44... Их вроде никто не подделывает. 44-й. Ну, и пятка даже целая. Ебать. Но... Нормально. Твой только размер и пятка. Да, наверное. Чё, да их помыть просто. Да они в целом нормального вида. Смотри, кто-то написал штребух лаком и сердечко. Прикольно, блин, да везде уже пишут штребух. Вот это прям приятно читать, ребят. Штребух лайк, мне постоянно любит меня кто-то, спасибо. Да тут вынос с хаты, кто-то съезжал. Ой-ой-ой-ой-ой. Мисочки топовые всякие. Термос. Кому надо термос? Так тут макароны, вот, смотри какие, итальянские. Кофе, лаваза. Но это нерастворимый. О, пачечка гречечки. Крупа гречневая ядрица. Она сейчас, блин, почти 200 рублей за пачку стоит. 130. Охренеть. Вот еще, лапша яичная, роллтон. Оу, май гадес. Зажигалка раз работает и вторая работает. Две рабочие, ребятки. Книжечка какая-то. Высокие стандарты. О, это блокнот. Вообще как новый. Надо тебе блокнот? Нифига, спагетти. Вот еще спагетти. Спагетти. Итальянские, Барилла. Ой, это что? О, экстра вирджин. Оливковое масло надо? Оливковое маслице. Ловите маслице. О, вещички, вещевидные вещички. Духи. Ребят, Шанель. Шанель. Як пахнет Шанель. Обалдеть. Тупо Шанель. Помоечка дарит ароматы Шанеля. Опа! Вынос техники, ребятки! Яндекс-станция была здесь. Есть тут хотя бы наклеечки? О, наклейки есть! Наклейки! Пацаны, наклейки! Это мой выбор. Это мое время. Это мои чувства. Яндекс, наклеечки, стикеры берем. О, сумка, тут ноутбук! Тут ноутбук! Международный экономический какой-то там центр. А, не, не ноутбук, всякие документы. Кто-то, наверное, квартиру продал, и тут это, всякие документы повыкидывал. О, нифига себе, какой провод. Переходник с HDMI на разные DVI там, на разные HDMI. Нифига, сумка для... А, нет, это папка хорошая. Папка целая на продажу, папка. У меня вынос. У меня вынос. У меня замороженные креветочки, креветулечки, креветки замороженные. Пацаны, Дим, лови креветки. Мороженое? Какой контейнер? Фу, воняет. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Дима! Охренеть, ребятушечки! Иди нахуй, это мне, я буду бухать. Булеет бурбон, ребят, виски бурбон. Вообще капец, почти целая бутылка. Да ну нахер, вообще балдеж. Как сегодня, о, сгущеночка. О, это можно кофе со сгущеночкой будем делать. Бери бурбон тоже, аккуратно, не разбей. Кого не выливай, ты охуел, закрой обратно. Это мой бурбон, не трогай. Опа, Лего, AirPods'ы, ой-ой-ой, от Apple, наверное, рабочие, наушники, фотка, Санкт-Петербург, 2019 год, фоткал, фотка с магнитом, о, кто-то на карате ходил, это ж это, халат, кимоно, карате, огромное на продажу кимоно, нифига тут вещей, о, часы, часы, ребят. Какие-то фирменные, Light Powered, Orient, у меня часы Orient, у меня замок с ключами маленький, целенький замок с ключами, обалдеть, это для против угоночки, тупо новый замочек, часики Orient, ребятушечки, Orient, деду надо это в карман. Чего ты? Куда ты? Иди нахуй! Иди нахуй! О!
Пока ты орал, я у тебя из-под носа матрас надувной отжал. Ух ты, какая пленочка. Да мне дай, сука, пленки. Ну вы слепые, жесть. Тут коробка от айфона с наклеечками. От айфона, прикинь, 11-го. Ой-ой-ой, охренеть. Это от айфона какого-то 12 Pro. Зеркало целое. О, от колья. О, что это? Это с какой-то лазочка. Скажи-ка я на секунду. Сука. О, нифига себе. Рюкзак с выносом. Слышишь ты? Ты, я тебя уже предупреждал, что у бати не надо забирать. Но ты можешь это сделать, просто не вывезешь последствий. О, а бывает, новые лутальщики. Да ну нахер! Это венцы оригинальные. Целые. 44-й. На меня или Диму? Вообще целые, хорошие венцики, классические. О, Рафаэлку хочу. А ее тут нет, но есть провода, банани. Ты сука лох, ты сука лох, ты объелся лох у меня у ног. Лох, пососи мой хуй, обалдуй. Опа, подъехали к первой кормилице. Ну что, ребятки, она сочится, он там вынос хаты, а ты говорил, ничего нет, вот унитазик нормальный. Вот, для собачки одежда. Тут каким-то говном завоняло. Опа, а тут что-то есть, смотри. А, блин, подумал, вейпы. Фу, тут дохлятиной воняет. Карта мира, вот Москва, тут Питер. Опа, опа, коробка от ноутбука. Опа, ага. Опа. И клавиатурка кто-то менял, залитая без кнопки, от ноутбука. Так, а ну, ты встал на вынос. И тут коробка от наушников пустая. О, чувак, какой игровой коврик хороший. А в чем он? Вот это что? Да, это можно этим. А, это еще. Ну и что? Не, ну для мышки это прям дерьмо будет. Это как это убрать? Может обжечь? Или лезвием каким-то чистить? Да лучше заберем, что пригодится. О, нифига, конфетки. Дай-ка, тут одну залапал. Вот эту я сейчас съем. Я люблю шоколад. А, не, это просроченная. Видите, цвет какой? Во-во-во-во-во-во-во-во. О, это сервис. Это с сервиса кого-то выкинули. О, это ж это, ресет, кнопка поворотника поломанная, наверное. Патрубок какой-то. Опа, это от стула компьютерного. Металлолом, да. Зацените отделение Почты России. И у Почты России есть свой робот, который доставляет посылки. Но что-то он не особо летит, чтобы достать очередную посылочку. Альтернатива этому роботу — тележка с коробкой. Вот так вот посылки с людьми эффективно будет доставлять, чем с этим роботом. Че он стоит-то без дела здесь? Никакие посылки не доставляет. Я в шоке, ребят. Я вообще не люблю вот этот сервис. Па, Димочка тут как тут, да, Дима? Ты уже готов отбирать у меня находки, да? О, нифига. Ну хоть что-то для гаража, блин. Полотенца вот такие вот хорошенькие. Нам для тряпок, ну, надо. Ну, давай возьмем одно. Одно? То их очень часто выкидывают. Давай все. Все? Ну, ладно, давай. Это дохлятина. А тут что? Смотрите, завернули. Нифига себе, какая-то сковородка. А, не, кастрюля. Кастрюля целая, смотри. Это такую на барахолку купят. На барахолку заберут. За сколько продашь кастрюльку? 50 рублей. 50 рублей? Ну, нормально. Так, а вот тут вот еще какие-то... О, это курточка. Смотри, нормальная. Да это нам пойдет. Опа, вынос с хаты, походу. А, это сифон бэушный. Бэушный, чуть-чуть в какашках там. Да ну нахер, подожди, я подумал айфон. Стоп, да тут техника, походу. Чё? Это что было? Это что было? Спокойно. Масло какое-то. Это машинное, может. Не знаю, какое. Степлер берем на продажу. Заели. О, смотри, эти штучки, кнопочки. Вот, это что-то цеплять. Это надо. А это триппер. Ну, в смысле, триммер. Триммер. Вот, от него еще есть этот провод. Не, ну, в этом... То, что я сказал, триппер, это он может здесь содержится вообще-то. Триппер тоже так может передаться.
Хна для тату? Да, это нифига себе, и как это тату бить ей? Они не бьются, нифига себе, а ребят, это... хна для татуировок. Короче, да, Дим, на, можешь дунуть. В честь давай такого выноса. Забираем вот это вот. Ну вот этот триммер в комплекте с щеточками всякими. Да, это да, вообще хорошо. И вот какие-то... О, это липкие эти бумажечки, да, какие-то записи делать. Это в гараж, понял? Это все гараж надо нам. Да. Охренеть, тут вынос нафиг. Это что такое? Чё? Это с... это PlayStation. Да ну нахер! Это PlayStation, чувак. Пиздец. Я в шоке. Тупо псонька. Да ну нахер, блин. А чё выкинули-то? PlayStation, это четвёртая ж вроде. PS4, да? Офигеть. Жёсткий диск вот это. А ну, да, жёсткий диск вот. Интересно, на сколько гигов? Не видно. Но он тут есть. Она может вообще работает. HDMI. Вот, смотрите, модель написана. Sony PlayStation 4, модель английская, как русская, S, U и H. 7208B. Стоит она в интернете вот столько, бушная. А новая стоит вот столько. Походу, она может быть поломанной. Ну, узнаем, когда в гараж придем. Охренеть. Тупо... четвертая PlayStation, ребят, сейчас пятая самая новая, и то ее нигде не продают, потому что ее нет нигде. Четвертую выкинули, блин. Жесть. Забираем, Дим, сразу в рюкзак убирай, пока дворник, если придет, это наши нафиг. Ребят, тут и дворник вот здесь находится, такой дерзкий. Капец, меня аж колбасит, прикинь. Может, тут от нее джойстики еще, по идее, кстати, должны были. Да. Сапоги. Ну да, нахер нам эти сапоги. Тут мы PlayStation нашли. Какие нафиг сапоги? Это для собачки эта штучка. Это на продажу можно взять. Так, вот для рисования вот эта штука для красок. Ну, она... вообще-то ее могут купить за 10 рублей. Вот как раз ей цена 10 рублей в шляпе. Она нормальная, не в краске, не зарыганная. Так, где джойстики от PlayStation? Жесть. Ну, ребят, я просто в шоке. О, вот эти ботиночки можно взять. Они целые, на продажу. За 100 рублей продадим их. А чё? Нормальные еще, живые, побег. А не, ну, их клеить надо. Ну, подошва-то целая, в целом. Не увидят, да. Берем. Мы не скажем, что они расклеились. Правильно, ребятки? Ну, надо быть хитрее. Да ну нахер, чё это такое? Что это за свиток? Тут какой-то свиток. Рулон какой-то бумаги, как свиток. Знаешь, он раскрывается, и там, наверное, что-то написано. Потому что я подобные находил. Только я не знаю, как этот узел разорвать. Придется отрывать. О. Так, тихо. О, нифига себе, это что-то японское. Я же говорил, это свиток с какими-то надписями. Японское это вот. Заберем на барахолку. Да его там разорвут, и он намокнет. Ну, давай, скрути компактно только, Дим. И вообще, учи японский, чтобы мы знали... У меня бабушка преподаватель японского вообще была раньше. Нифига себе, так приди домой, ей покажи, пусть переведет. Мы хоть узнаем, что тут написано. Нифига себе, у Димы бабушка. Так, смотрим, тут походу... Ой, о, да ну нахер! Это новогодние вот эти лампочки. Их часто это, ставят на окна. И тут вот сгорела кнопка включения. Ну нафиг они нужны, мы провод на медь заберем. Правильно, Дим? Да не, это никто не купит. Оно еще в краске, посмотри. Поломанное. Ты что гонишь? Какие-то на барахолку вот что можно брать. Вот эти горшки от цветов. Вот. Это уже по твоей части, Дим. Забирай. Да ну нахер эти горшки. Их тащить, они тяжелые. Была б машина, блин. Диме говорю, да сдай ты на права уже. Машину бы купили, на машины по помойкам, ребятки. Вот это был бы балдеж. Капец, жду не дождусь, когда мы придем в гараж и проверим PlayStation. Ребят, я тут пока фоткал превьюшку для этого видео с плойкой. Забыл вообще про эту помойку, мы ж ее не залутали. Тут какой-то пакет с вещами вот лежит. Тут какая-то куртка, кстати. Да ну, смотри, какая Дим, это вот, можешь эту ту снимать, которую нашел, и сразу в эту залетать. Кстати, а ты можешь ее, чистая она, хорошая. И можно, ну, на выход ходить, жалко ее. Ну, короче, смотри сам, вот тебе куртка для помоечки. Тебе или мне? Бумаги. О, русский язык. О, тетрадки. Ну, это кто-то учебу заканчивает, видимо. Кстати, они как будто новые. Они реально новые. Новые тетради. Все новые. Вот новая.
новое, еще одна новая, Санкт-Петербург написано. Они все новые, ребят. Привезтись, Кеська. Помоечка дарит, получается, возможность самообразования, образовать себя можно с помощью помоечки. Какие обложки делал? А, вот это? О, это да, обложки какие-то. Это тоже для тетрадок, это и вот. Ребят, короче, я в гараже PlayStation подключил. Вот, провод питания вот такой нашел. Хорошо, что тут не съемный блок питания, а встроенный, получается, в нее. И момент истины. Нифига, ничего не загорается. Что-то, походу, с питанием или хрен его знает. Не включается, ребят. Капец, вот это обидно. Короче, походу, надо разобрать, посмотреть, что с ней. Провод вставлен, провод целый. Не знаю, почему питания нету. Может, подержать надо подольше? Так, а дисковод не работает. Блин, обидно. Короче, сейчас будем разбирать, смотреть, что там с платой. Там же встроенный блок питания, может, он сгорел. Ну а чтоб разобрать эту приставку, нам пришлось очень долго постараться. Ребят, смотрите, кулер на месте. Там плата внутри, мы туда не стали лезть. Потому что тут, скорее всего, проблема с блоком питания. И посмотрите. Вон, видите? Какая-то шляпная скрутка колхозная, аж контакт даже видно. Вот это плата питания. И, видимо, вот она и сломалась. И кто-то тут что-то пытался чинить, капец. Я боюсь, нас уже током ударило, тут конденсаторы заряженные. Так, с виду, в принципе, нормальная вроде бы. Короче, что делать с приставкой, я без понятия. Я вот это чинить не умею. Может, поищу в интернете этот блок питания, другой купить, новый поставить. Но это рискованно, он по-любому дорогой. И может, тут вообще дело не в блоке питания, может, она полностью вообще сломанная. Но я думаю, в интернете мы ее продадим 1000 за 20 в таком состоянии. Потому что они стоят вроде бы там по 40, по 45 тысяч их продают, эти приставки. Да, обидно то, что она не работает, но ничего. Возможно, плата и все остальное. Остальное работает. А блок питания, я думаю, не проблема будет заменить кому-то. Поэтому продадим вот так, как есть. Бабки вкладывать в нее не особо есть смысл. Потому что если мы купим блок питания, может, она все равно не заработает. У нее может там еще что-то сгоревшее. Обидненько, конечно. Но все равно помоечка радует, ребят. PlayStation 4 я никогда не находил. Очень давно находил третью PlayStation. Вот тут видос можете посмотреть. И, кстати, та плойка включалась. А это вообще не включается. Доставочка подъехала. Вонючие каблуки. Каблуки. Клобуки. Не надо мне клобуки. Мне техника, нянька. Дядя Чука, блядь. О! Ай-яй, ты мне чуть пальцы не отрывал. Да это с рынка, Дим, успокойся. Это паленые адидасы. Да, как новые вот тут. Пятка скоро отлетит, но так в целом как новые. Смотри, сколько фильтров выкидывают. Сейчас, наверное, все ТО делают. Нам для скутера такой подойдет. Вот так можно его скрутить и будет как нулевик. А чё ты ржёшь? Второй тоже так же скрутить можно. Скутеристы поймут, ну реально, нулевик, ребят, на скутер. Вот, это я скрутил. Не нулевик, и не может быть нулевиком. Его два можно разделить, и два нулевика будет. На, забираем, по-моему, разберемся. Ой, там шприц был, я его вот так откинул. Вот он, блин, опасная тема. Блин, рыльное было. Жидкость для розжига. Вообще капелька. У меня ее много в гараже. Опа, вынос с хаты небольшой, ребятушечки. Опа! Это вынос с продуктового магазина, наверное. Калькулятор ушатанный. Так, а вот тут что это? Опа! Это крутилочка, куда-то вкрутить. Это на ручку переключения передач машину, наверное, насадка. Вот так вот, чтобы переключать удобно было. Я не знаю, для чего она, эта крутилочка. О, коробочка Sunlight пустая, к сожалению. Вот это обидно. А, это битая... Это, раковина. Но если есть битая раковина, может еще что-то разбитое быть. Типа 13-й iPhone может быть разбит. Ой! О, пупырка, Дим, пупырка для отправки посылок. Кто звонит мне? Я ничего, у меня денег нет, я бомж, ничего не смотрю. Занят, до свидания. Да ну нахер! У Димы вынос какой-то, а я тут сижу, разговариваю, мне эти с камеры задолбали звонить. Говорит, по двору недвижимости. Какой, блядь, движимости? У меня денег нету. Мы тут MacBook находили. Ребят, да ну нахер, это от него коробка. Ребят, именно здесь был найден MacBook Air. Кто помнит, это было здесь. Не помню, вроде в той помойке. И вот мы, походу, нашли от него коробку. А где другая часть коробки? Да идите нахуй!
Иди нехуй! Ехал к помоечке, а Дима почему-то туда уехал. Но, Дим, ты ту залутывай, а я эту тогда. Чё он как не родной? Или забыл маршрут? Ну ладно. Мне больше достанется. Сейчас все себе все заберу. Опа, Фигаро. Органическое масло какое-то. Не-не. Масло у меня есть дома. И для дрочки, и для готовки, и для всего. Что проблема? Нет проблем. Есть 2 ляма в банке. Все в порядке. По рублю, да, принимают? Да, мы все с требухи. Давай. Все заряженное. Мы сегодня PlayStation 4 нашли. Да ладно. Я тебе отвечаю. В рюкзаке лежит. Мы в шоке. И куртку нашли. Дима счастливый, пиздец. Да. Спасибо. Спасибо большое. Давай, удачи. О, такая надо тебе? Коробка нядя? А чё вот ги надо? Ну, ты там был, да? Тогда нам, мы туда не поедем-то. Куда? А там ты был вот там, на той стороне дороги? Да? Понятно. Ну, вот так и живем. Но я за здоровую конкуренцию, ребят, на помоечках. Ведь живиться с помоечки хотят все. И я, и Дима, и вот человек тоже. Мы кормимся с кормилицы. И она нас балует. Да, Дим? Да. Любишь кормилицы? Да. О, у меня вынос. У меня обувь. Какая-то брендовая, кожаная, хорошая такая обувь. Только драная слегка. 42 размер. Пылесос на USB. Покажи. Материнские платы чистить, да. Вот это? Нифига себе. Ребят, это да. Топовая тема. Материнские платы чистить, и он сразу пыль будет засасывать. Только качество очень говняное. А он USB-шный. Ну ладно, это не важно. Пылесосик забираем. Что за зарядка? Это Samsung мощная. 2-амперная. Может... Оригинальная. Ох, кормилица, кормилица. Взрывоопасные кегли. Я с ними знаком. О, акула из Икеи. Нифига себе. Сейчас они очень дорогие. Не знаю, работает Икея или нет, но акулы эти продают по 5, по 10 тысяч. Барыги, конечно, на всеми известном сайте вообще офигели продавать их за такие бабки. О, Gravity Falls, дневник третий. Gravity Falls, ребят, от Диснея. Смотрите, какая книга. Она стоит денег по-любому. Звездам через терни. Смотрите, какой дневник. Слабость, садовые пылесосы. Чего? Ребят, офигенная книжка. Капец, крутая. Забираем. Там даже вот, смотри, жуткий шепот можно. Я оставлю его тебе, себе кошмар. Кто-то тут даже какие-то пометки делал. Забираем на продажу. О, так вот тут еще что-то такое прикольное. Вот, Gravity Falls ежедневник. В комплекте, наверное, шел. Задачи, смотри, цели на день. Так это мне надо. Я буду цели на день ставить. Ребят, задачи на день. Это мне берем. Будь героем, меняй жизнь, переключай... Переключай планетами, чего? Нифига, еще какой-то дневник. Подвиги. Ха, прикольно. Gravity Falls, неизвестное измерение. О, еще какой-то комикс, да, разукрашка. Но это уже исписанный, да. Кто-то фанат был Gravity Falls. Но потом вкусы поменялись. Пришлось Gravity Falls отправить на мусорный бак. Для меня. Старинная сварочная масса. Советская еще. Нифига. От сварочного старого аппарата, ребят. Да это на барахолку кто-то купит, фанат советского этого. Сварочный. Мужики, с вас по лайку, кто фанатеет от сварочных советских автоматов. А вот в смысле аппаратов. Опа. О, нифига, а чё там? Слышишь, блядь? Иди нахуй! Посмотри, за что мы дрались, за катетеры. За шприцы, чувак. Блядь. За шприцы это мы дрались. Оборудование. Наркозное оборудование, жесть. Я-то рассчитывал на вот эти наушники. Это интубационная трубка. Ой-ой-ой. Это после операции. Операции делать. Чувак, убери это. Убери это подальше. Там могут быть бактерии. Заразные бактерии. Я просто очень боюсь вот этого. А где наушники? Фотки, 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 пока я на помойке. О. Кайф. Только родителям не рассказывай про мой контент, а то они тебя запретят.
О, чайник. Какие-то досочки. Дядю Надя. Доски, доски, не надо. Вот досочки. У меня вынос с хаты. О, май, растворитель. Растворитель, ребят. Опять мужика лайк, ребят. Литр растворителя, почти полная бутылочка, на. Я один раз дал, дурак, короче, скутер, когда бензина не было, налил растворитель. Вместо бензина? И поехал? Поехал. Кайф. Только поршень намотался на цилиндр очень быстро. Поршень у него намотался на цилиндр, тепловой прихват. Ну, короче, Дима в своем, на своем стиле. Дима на чиле. Дима на расслабоне. О, красочка. А нет, смывка краски. О, тоже надо. Полная? Не, смывка краски, растворитель. Тетя все дядю Надя. Надо деду такое. Только брендовое. А это шляпа с рынка. Это не Надя. О, еще вынос. О, розеточки. Это на барахолку. На барахолку берем розетки. А их плохо берут. Плохо берут. Ну, можно. По 10 рублей, ну, может, возьму. О, очиститель воздушной заслонки. Вообще половина. А вот еще. Да. Тоже для этого очиститель какой-то, наверное. Это карбюратор очиститель. Офигеть. Тупо столько ништяков нам в гараж. Это все для скутеров надо. Ребятки, надо. О, как ты не заметил, тут вынос с хаты лежал. Ой-ой-ой, сумочка шляпная, ушатанная. Где деньги, кэшбэк? О, свитерок, смотри, на продажу. Вот еще свитерок, на продажу. Так, это подштанники. О, а это форма. Донецкая полиция. Народная республика. Ребят, это форма полиции общественной безопасности Донецкой Народной Республики. В Питере нашел. Представляете, что можно здесь найти? Офигеть. Вот это. О, вот это да. Вот это секс. Помычка дарит мне секс. Ребят, контакт целенький, презервуар. О, вещички уже лежат для нас. Дима, спокойно, нифига, поисковая Ой, очень надежная, чувак, оставь. Это вот сейчас мы будем ее использовать. Нюхательное нижнее белье, бюстгальтер. Это все пахнет отбеливателем, ой, этим в смысле ополаскивателем. Женские вещи. На продажу повыбирай пока, я тут осмотрюсь. Вынос хаты. Вынос хаты мини. Анжелика. В Анжелике есть закладки в виде денежных средств? Нету. О, Дим, тут очень много карточек, которые ты собираешь. О, латуневый счетчик. Это металл. Топовый металл. О, нифига, это что? О, ребят, флешечка в виде брелочка. Смотрите, какая. Тесно, на сколько гигов, даже не написано. Но это тупо брелок, флешка, обалдеть. Топовая тема. О, это ветчина или как называется? Карбонат. Славянский карбонат, ребятки. Ой, май. Годен до 19 января 22 года. О, сырок. Сыр классический, брест-литовский. Обалденный сыр, кстати. И недорогой относительно. До 15 апреля. Балдеж, вот это берем. У меня килограмм 40 сухарей. Нифига себе, у меня сыр. А у меня еще колбаска к сыру. Черкизово премиум. Ну, с помоечки для нас премиум. До 23 февраля. Ну, вот это уже опасно, но бомжам оставим. Я просто, ну, не хочу травануться, ребят. Палка очень удобная. Тут зерновой хлеб с семечками обалденный. Вот это я возьму. Что, удобно, Дим, добывать? Удобно. Магнитик, удобно. Магнитик это надо. Ого, тут сухари. Да это на черный день запасы. Охренеть. Жесть. Тупо сухаричков очень много, ребятки, вот. О, нифига тут шматья. Ой, там вынос с хаты. Вынос из хаты, шляпа. Смотри, какая шапочка. Шапка вообще, раньше за такие, блин, убивали в Советском Союзе. Вот мой вынос с хаты. Золо, вот, платье. Ну, это вещи на продажу. Ну, это все, все понятно. Это просто так забирать пакетом. Вот еще пакет. Дим, на. О, рюкзачок. Ой-ой-ой. Да ну нахер, сколько тут всего выпало. Ребят, смотрите, 5 рублей и еще какая-то монета. Наушники рваные. Какой-то браслет выпал. Еще 2 рубля и 5 рублей. Это все слиплось, видите, в жвачках. Это бижутерия, кулончик. Пицца. Ох, засохло, как обычно. Хочу свежей пиццы.
Ребят, на канале ЕВГ вышло видео, где мы вместе рылись еще в краснодарских помоечках. Видос очень классный, реально, мне капец как понравился. Там Женя рассказал, сколько можно заработать на помоечках. Также у него после этого видео скоро там выйдет видос с барахолки и видос еще с жесткими дисками, которые мы нашли в помойках. Там, возможно, есть какая-то интересная информация. И еще я там рассказал историю своей жизни, почему я роюсь в помойках. Поэтому залетайте по ссылке в описании, смотрите видос. Он реально топовый. Я лайк поставил от души реально. Женя красава. Тоже расхищает теперь помоечки. Потому что ситуация как бы не из легких сейчас в стране. И монетизацию отключили. Ребят, зацените, что заметил. Штребух, штребух, сердечки. Блин, вам тоже, ребят, сердечко. Приятно. Но вообще не советуют это рисовать, это же запрещено. Ну, спасибо, приятно. Ребят, хотели уезжать с этой помойки, я обратил внимание на асфальт. Зацените, 50 рублей лежит. Тесно настоящие, просто если настоящие же можно высушить. 50 дублей. Это ведь обидно. 50 дублей. Было бы там настоящих хотя бы 50. Ребят, и я знаете, что заметил? И тут тоже написали штребух топ. Спасибо. О, чувак! Да ну нахер! Обалдеть! Да ну нахер! Это этот домофон, камера с домофоном. Звонок с домофоном. Блин, это мне надо. Это там телевизор внутри, прикинь? Нет, это он домофон. Он разобранный, я тебе говорю. В смысле разобран? Его экрана нет, точно, я тебе это говорю. Это экран. Там показывают он, картинку. Он поврежден, я тебе сразу говорю, его потрошнули. Где? Он вообще целый. Что где там? Радио, домофон. Это вот подключается. Где потрошнули? Что ты делаешь? Он так и есть. Да изогнутый он. Да нет. В смысле нет? Это экран вот такой, да. Это, знаете, домофон такой, звонок с домофоном, с камерой. Так, не лезь сюда. Говорю, успокойся. Вот USB кабель топовый. Ну, молодец. Покажи. Посмотри. Очки топовые для зрения какие-то. А нафиг ты чехол выкинул? В смысле, нужен? О, ЧРП новый. У меня RGB. У меня RGB кулер, ребят, для компьютера. Офигеть. RGB кулер. Это этот сухпаёк, ребят, новый запечатан. Находится дешевый кальян. Индивидуальный рацион питания. Нет, вариант первый. Дима, спокойно. Ребят, охренеть, тут кальян. Вот кальян в коробке новый. Дешевый, но он новый в коробке. Елочные украшения. Елочные украшения не надо. USB-шечка для андроида. Чехол, смотри, для 5-го айфона. Может тут и 5-й айфон где-то есть. Надо аккуратно. Парик. Ой-ой-ой, вот это нядя мини. Нядя, парики. Да-да-да, забираем парики, охренеть. Это я просто веду двойную жизнь. Я днем штребух, ночью. Неважно. Туфли нормальные. Майкой стиль жуткий. Что? Ой, шляпетки. Берем на продажу. Да ну нахер, ребят. Какие-то бутылки. А это бухлишка. Беллис, ребят. Выпили его, походу. А не, он запечатанный. Запечатанный Беллис. Нюхательный табак. Вот, нюхательный табак. Снаф, да. Офигенно. Да, походу, тяжелый. Мини-калькулятор. Вот тут что-то есть. Нифига себе, слышь, Дим, набор ксиона. Ксенон. Светодиоды топовые, да. На кулерах, ребят, офигеть. Новые в коробке, ребят, офигеть. Я знаю, куда. Забирай, это на мотоцикл поставишь. Чувак, у меня тут просто топ-находка. Мультиметр. Потрошнули, ну ничего, забираем. Вот тут что-то есть. Ой! А, здесь бак от вейпа был. Там тут новый. Стекло есть и резинки. Стекло как от бака это. Ну, можно забрать, ребят. Может, там вейп сейчас найду. Ну, тут просто тяжелый пакет. Вот еще от вейпа коробка. Вейпа нету, да. Ой-ой-ой, чувак. Блин, я подумал телефон. Я думал айфон. Тут чехлы от него. Слушай, мне кажется, мы сейчас айфон найдем. Ой-ой-ой, это что? Из Японии, смотри, набор. Там монетка из Японии и кулончик. Это сюрприз-бокс. Вот еще вата, наверное, для вейпа. Да, слушай, вата для вейпа. Вот еще вата для вейпа. О, отвертка. Кривая, правда. Так, тут еще есть от этого. Дисковод от компа. Но это шляпа. Это нам не надо. Что? Ветерок 3, типа тебя. Ветерок 3, старый пылесос ручной. Могли продать его, блин. А чё, вот очки еще какие-то неплохие. Для зрения, Дим, вот. Чё это?
Флирт-фанты какие-то. А, это флирт-карты. Карты для флирта, ребят. Нифига себе, вот это надо. Игра для взрослых тет-а-тет называется. А там внутри, я так понимаю, карты с разными заданиями. Лежа на боку, лицом к лицу, вы целуетесь одновременно, что-то там делаете. Ну, вы поняли, ребятушечки. Тет-а-тет называется. Это помоечка Дарик. Сцепильные игры. О, нифига себе. Детские мотоперчатки какие-то. Нифига, целые. Я, кстати, недавно хотел себе такие купить. Не пойму, детские они или нет. Просто если нет, то мне надо такие. А, у меня рука то еле залазит. Нифига, они на мою руку подходят. Братва, я тупо хотел такие покупать себе для самоката, на самокате ездить. Офигенные, тупо целые. Вот вторая, тоже целая. Прикинь, топовые перчи на самокате гонять. Смотри, еще какие-то ботинки. Это для чего? Лыжные? О, да ну нахер! 200 дублей, опять подделки, блин, я подумал, настоящие. Помоечка кормит, ребят, индивидуальным рационом питания. ИРП.